Добрый день, уважаемые дамы и господа! Приветствую всех участников сегодняшней онлайн-конференции, а также все те, кто смотрит нас сегодня в YouTube, прямой трансляции. Меня зовут Игорь Коваль, я эксперт здорового стиля жизни компании «Центр». 2015 год прошел под эгидой новинок компании «Центр». У меня такое впечатление, что компания «Центр» поставила рекорд по новой продукции «Центр». Но сегодня только что начался четвертый день нового года, и я уже готов представить вам очередную новую продукцию компании «Центр». Скажите, пожалуйста, вы любите жарить в сотейниках «Центр»? Уверен, что да. А в сковородах «Центр» любите жарить? Уверен, что тоже да. А что будет, если объединить лучшее? Объединить термоконтролер, объединить термоаккумулирующее компактное дно, удобную ручку и легкость посуды. Да, встречайте, вот перед вами новые сковороды от компании «Центр». И сегодня, чтобы погрузить вас в обстановку презентационного зала, мы установили несколько камер, я надеюсь, знакомство с новой продукцией будет вам очень близко, и вы сможете рассмотреть в подробностях все нюансы и детали и оценить достоинства новых сковород «Центр». Итак, сегодня у нас будет соревнование, соревнование по скорости. В соревнованиях участвуют новая сковорода диаметром 24 сантиметра с крышкой и новая сковорода «Центр» диаметром 24 сантиметра без крышки. Итак, устанавливаю на первой сковороде температуру 140 градусов и даю ей нагреться. На вторую сковороду я на холодную, вот она холодная, я положу мясо и нагрев включу после того, как мясо будет уже непосредственно на сковороде. Воспользуюсь, конечно же, системой ВАКС, это единственная система, запатентованная компанией «Центр», которая позволяет хранить продукт естественным способом. Итак, кладу мясо на холодную сковороду. И устанавливаю температуру 140 градусов. Посмотрим, какая из них финиширует первой. Что можно сказать о новых сковородах «Центр»? Посмотрите, пожалуйста, на их внешний вид. Во-первых, следует отметить термоаккумулирующее компактное дно. Оно полностью запатентовано и сохраняет все свои свойства термоаккумулирующего дна «Центр». Оно тоньше обычного дна, но сохраняет все его свойства и позволяет жарить в два раза быстрее. Это дно более компактное. Оно изготовлено из трех слоев металлов, не разрушается, не деформируется, аккумулирует тепло и очень быстро аккумулирует тепло, в два раза быстрее и равномерно распределяет его по всей поверхности. Сохраняет до 70% энергии и времени. Совместимо со всеми видами нагрева, включая индукционный. Обратите внимание на крышку. На крышке расположен термоконтролер нового дизайна. Он полностью металлический. Обратите внимание. Ручка. Это запатентованная ручка, которая никогда не перегревается. Она очень эргономична. Длина ее зависит от диаметра посуды. На посуде диаметром 28 сантиметров есть дополнительная ручка, которая делает эту сковороду еще более удобной. Хочу вам сказать, что
Сковорода облегченная, очень легко держать в руке, очень удобно, она никогда не выскользнет и позволяет, что самое главное, правильным способом готовить здоровую пищу. Итак, моя вторая сковорода нагрелась. Некоторые используют способ проверки нагрева с помощью воды, я тоже его могу сделать, но я, в принципе, не пользуюсь. Это правило жемчужины, так называемое, вот вы видите, моментальное в течение минуты разогрев. Мы работаем в режиме реального времени, 140 градусов. И характерный звук, я кладу мясо на горячую сковороду и прижимаю хорошенько. Тем временем на сковороде, которая без предварительного нагрева, можно мясо уже переворачивать. Оно легко отстает. Видите? Здесь я закрою крышечкой. Продолжу вас знакомить. Замечательная новинка от компании «Центр». Казалось бы, что еще нас может удивить? Обратите внимание на дно посуды. Дно выполнено в зеркальной полировке со специальными волнами и логотипом компании «Центр». Позволяет очень легко и правильным способом жарить пищу. Вы убедитесь, что буквально на протяжении 7 минут мясо будет готово. Впервые, когда я приготовил мясо на этой сковороде, я был удивлен, что скорость действительно увеличилась в 2 раза. Итак, здесь мясо уже практически можно переворачивать. Догнала одна сковородка вторую. Вот могу показать. Аромат просто необыкновенный. Сейчас я, когда дожарю, принесу в соседнюю комнату сотрудникам, они тоже смогут продегустировать вкус мясо, приготовленного без добавления масла, без добавления соли, без добавления специй, что очень полезно для нашего здоровья. Итак, вспомним давайте, для чего на самом деле большинство людей добавляют жир при жарке. Первое, для того, чтобы прежде всего передать тепло от посуды к пище. Второе, для того, чтобы пища не пригорала. И третье, чтобы сохранить посуду плохого качества, а испортить, к сожалению, натуральные продукты. Компания «Центр» заботится о сохранении нашего здоровья и предоставляет нам возможность готовить правильным способом здоровую пищу. Итак, на сковороде мясо готово, думаю, что на второй тоже. Снимаем, смотрим. Поскольку наша онлайн-конференция проходит в режиме реального времени, вы могли засечь время и посмотреть, насколько быстро на обоих сковородах приготовилось мясо. Выключаю нагрев и готовлю дегустацию. Номер один. И номер два. Можно заметить, что мясо, приготовленное по классическому способу «Центр», менее поджарено. И мясо, приготовленное без крышки, без предварительного грева, имеет более прожаренную консистенцию. Итак, я готовлю дегустацию. Многих, конечно же, интересует вопрос, как
легко моется сковорода Цептер. Сейчас я просто на ваших глазах ее помою. Засекайте время. Вот, легко и непринужденно на ваших глазах. После жарки засекайте время. Я думаю, что 15-20 секунд, даже, наверное, меньше. И вуаля! Сковорода чистая. И хочу, естественно, вас спросить, вам понравились новые сковороды от компании Цептер? Тогда скажите мне, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Что может быть и вообще может ли быть что-то лучше, чем сковорода Цептер? Прошу всех ответить. Вы ответили правильно. Лучше сковороды Цептер могут быть только две сковороды Цептер. И для того, чтобы сегодня мы узнали великолепные условия продаж, я передаю слово интернациональному директору по продажам и маркетингу стран Восточной Европы, господину Недожду Соколяку, а сам иду в соседнюю комнату угощать менеджеров только что приготовленным мясом в новых сковородах Цептер. Спасибо за внимание.